Привет, я Веда, а я Гарри. Мы в Стамбуле. За нами Босфор. Сегодня мы поговорим о деньгах. Мы добыли очень интересную купюру. Она сделана специально к чемпионату мира по футболу. Это вот настоящая купюра. Мы вас не разыгрываем. Да. Это купюра в 100 рублей. Она сделана из пластика. Ее очень тяжело порвать. Можно? Здесь написаны Казань, Сочи, Самара, Калининград, Санкт-Петербург. Это города, в которых пройдет чемпионат мира по футболу. Она в некоторых местах прозрачная. И, по-моему, точно не из бумаги. Она пластмассовая. Слушай, давай проведем эксперимент. Попробуем засунуть ее в воду. Здесь нарисован мальчик с мячиком. Вот такой мячик. На нем уже какие-то цифры. 8G05. Пока. Когда не повторяйте. С обычными деньгами. Да. Так, ты достаешь? Я не достаешь. Она совершенно она жива. Испортилась. Оказывается, она из какого-то тонкого пластика. Здорово, если бы все купюры были такие красивые, прочные и непромокаемые. Пока-пока, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Пока-пока.